Так увлечена своей работой, что готова иногда спать всего 3 часа в сутки. И это при том, что профессия не самая легкая, особенно для женщины. Наш репортаж о водителе такси Людмиле, которая не боится брать заказы по ночам и никогда не возмущается, когда ее подрезают на дороге. Что, так можно, да, я же девочка. Что мне в таксопарке все спрашивают? Люд, ну как? Ну я же девочка. Уже 3 года Людмила рассекает по Кишиневу на автомобиле такси. Узнать девушку можно по надписи на машине, кстати, самой новой в таксопарке. Я обожаю свою работу. Я вот, допустим, вчера я работала до 4 утра, ну то бишь сегодня уже до 4 утра, в 7 часов я уже была за рулем. Я не могу, я закрываю глаза и думаю, быстрее бы сесть опять за руль. Как и всех, Людмилу тоже иногда подрезают на дороге или резко тормозят прямо перед машиной, но возмущаться за рулем она себе не позволяет. Меня услышит пассажир, он-то меня не услышит. Смысл какой комментировать что-либо, если он меня не слышит? Я когда уже высаживаю пассажира, я уже вот. Водительские права у Людмилы уже 11 лет. Получила их непросто, а потому ценит и бережет, как зеницу ока. Ведь это ее билет в работу мечты. Говорит, многие пассажиры удивляются, увидев женщину за рулем. Некоторые отказывались ехать. Но чаще все-таки Людмила получает комплименты. Когда пассажир попросил побыстрее, но он не ожидал, что настолько быстро я умею. Вот это мне было очень стыдно. Я извинилась, конечно. Храбрости этой девушки не занимать. Она не боится работать по ночам. Лично думаю так, что если на меня должен упасть кирпич, он и под открытым небом упадет. Волков боятся в лес не ходить. Каждый водитель такси в какой-то степени психолог. Ты начинаешь с ним общаться, и ты понимаешь сразу по человеку. В понедельник, 8 марта, Людмила, как обычно, будет на работе. В празднике бывает много заказов, грех отдыхать. Но когда работа любимая, это не расстраивает. Кстати, всех девочек с наступающим. Любите и будьте любимыми.